Анонс и точка выхода 354 серии сериала «Кровавые цветы». 354 серия сериала выйдет в эфир 5 июля. Ранее в сериале мы увидели, как несмотря на все, ситуация с Живахиром закончилась благополучно. Когда герои возвращаются домой, они немного успокаиваются в стенах родного жилища. Илан переживает о том, что все это еще не закончилось, но Баран убеждает ее, что уже совсем скоро они смогут навсегда забыть имя Живахира и все те ужасы, что он им принес. Это успокаивает девушку и поднимает ей настроение. Она с удовольствием проводит время с мужем и сыном. Кажется, что ничего не может ее потревожить. Когда Баран узнает о том, что Хасан собирается сбежать, то он сразу же срывается с места. Он не может позволить этому человеку и дальше действовать, как ему вздумается, и найти возможность снова связаться с Живахиром. 354 серия сериала выйдет в эфир 5 июля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик и будете в курсе остальных новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.